И следующее, что находится в этом большом пакете, хочу, значит, рассказать про таких два компонента, как коллаген и гиалуроновая кислота, да, комплекс. Значит, сначала коллаген. Вот этот вот коллаген, компания California Gold Nutrition, здесь плюс витамин С. Это коллаген первого и третьего типа. Мы с вами об этом тоже говорили. Я вам рассказывала, этой же компании мне пришла в одной из посылок рыбный коллаген. А это именно телячий коллаген с добавлением витамина С. Это первый и третий тип. Здесь, получается, идет суточная норма 6 таблеток. 6000 миллиграмм коллагена. А, значит, отсутствует соя, ГМО, глютен. 250 таблеток. Этой баночки 250 таблеток хватает на полтора месяца. Я пропила, курс идет 3 месяца, я уже говорила. Я пропила эти две банки курсом 3 месяца. Сейчас я немножко отдыхаю. И потом я буду вот пить тот коллаген рыбный, который ко мне пришел. Коллаген всегда присутствует в моем рационе. Это неотъемлемая часть, потому что так как нам уже не 20 лет и даже не 30. И поэтому я не имею... Поверьте мне, я прошла за свою работу в индустрии красоты, я проработала 20 лет и до сих пор как бы работаю, но уже не в таком режиме, не в такой системе, и поэтому больше индивидуальная и больше как бы обучающая. И поэтому я попробовала многие манипуляции, так сказать, с лицом нашего сегодняшнего 21 века, это инъекции и многие терапии. И я пришла к тому, что не все так полезно, что нам сегодня предлагается в косметологии. Ну, я сейчас не говорю, конечно, об операциях косметологических, а больше говорю о процедурах, об укольчиках красоты, об инъекциях. И не все так полезно, потому что все равно есть определенные какие-то побочные эффекты. Конечно, это все индивидуально, но надо не исключать такой момент, как и генетика, и надо не исключать такой момент, как образ жизни. Не исключая такой момент, также, что мы дополнительно принимаем вовнутрь, да, чтобы наша молодость, она продлевалась, наша красота, она усиливалась, ну и так далее. И поэтому коллаген, он очень важен не только нашим суставам, нашим косточкам, но, как мы уже знаем, это нашим волосам, это нашей коже и, соответственно, нашим ногтям, и поэтому... В моем рационе постоянно я делаю курсы пропивания коллагена. Постоянно. И в том числе витамин С, потому что витамин С это усиливает нашу иммунную систему, укрепляет. И витамин С, он также поддерживает нашу красоту. И поэтому, что могу сказать, советую очень сильно пропивать коллаген. Я пропиваю по-разному. В одно время пропиваю, допустим, рыбный какое-то время, то есть курс пропила 3 месяца, время немножко проходит, это может пройти 2-3 месяца. Потом я пропиваю именно первого и третьего типа коллаген. То есть в зависимости как бы, ну, по-разному, то есть я это делаю. Больше всего мне, конечно, нравится пропивать рыбный коллаген. Под конец уже курса я устаю пить таблетки. Это пьется на голодный желудок до завтрака, до первого приема пищи за 30-40 минут. И тяжеловато вот 6 таблеток принять. Кто-то, конечно, разделяет, то есть 3 с утра, там 3 вечером. Но для меня лучше сразу уже выпить, потому что это обязательно должно быть, чтобы была польза, и чтобы организм распознал коллаген и пошло все в свое направление. А это нужно делать на голодный желудок, потому что когда вы делаете это, совмещаете с пищей, здесь может быть несостыковка, и организм не распознает этот коллаген, и, соответственно, он просто
ну, уйдет, и никакой пользы, никакой, так сказать, никаких... Немножко подвину, да, чтобы было больше... Свет немножко не очень хорошо падает от люстры. И, соответственно, когда вы совмещаете с пищей, то есть не соблюдаете, так сказать, правильно технологию приема коллагена, и получается, вы не имеете тот результат, и многие хают и говорят, да, ничего вообще путевого нет, он ничего не приносит, никакого результата. Нет, я вас уверяю, потому что я сама по себе достаточно такой человек-скептик, и поэтому всегда все проверяю, все смотрю, то есть чтобы все было как бы в действительности, чтобы это не навредило организму, чтобы это не просто были выброшенные деньги, а чтобы действительно у нас был результат. И я увидела этот результат. Он сначала, конечно, приносит пользу самому главному, то, что у вас, если есть какие-то проблемы с суставами, с костями. И в последнюю очередь, когда на этом уровне коллаген сделает свою работу, он идет на, естественно, нашу кожу. Хотя мне кажется порой, что все равно он параллельно и кожа. То есть не вот сразу, знаете, вы выпили курс, пропили, и вот такая конфеточка, вот такая молодушечка, то есть у вас нету ни каких-то там морщиночек, нет, такого как бы не будет, все должно быть проверено временем и постепенно. Очень много внимания я, конечно, отдала сейчас коллагену, но хочу сказать, что те, которые не верят в это, поверьте, нужно просто выждать временем. Потому что я на себе увидела очень хороший результат, результат с лбом. Хотя неоднократно я пользовалась в свое время ботоксом. Дисспорт, ботокс – это мой лоб постоянно ощущал, да. И на сегодняшний день я не имею никаких инъекций, уколов на своем лице. И я увидела результат разглаживания достаточно глубоких морщин, когда прям были, ну, полоски. У меня достаточно сильно развитая мимика лица. Я как человек, наверное, творческий, поэтому у меня постоянно жестикуляция и лицо, то есть как бы носогубки, то есть, знаете, наши глазки, то есть, выдают. Поэтому... Очень рекомендую. Чем раньше вы начнете пить коллаген, тем организм вам быстрее скажет спасибо. И также с коллагеном я рекомендую пить такой комплекс, как гиалуроновая кислота. Тоже компания California Gold Nutrition. Здесь 60 таблеток. Здесь нужно пить по одной таблеточке в день. В одной таблетке 100 миллиграмм. Этого достаточно. Суточная норма гиалуроновой кислоты. Что могу сказать про это? Что когда вы пропиваете гиалуроновую кислоту, неотъемлемый момент, который вы должны знать, вы должны его пропивать не совместно с коллагеном, а между приемами коллагена и именно гиалуроновой кислоты у вас должно быть, ну, как минимум 2-3 часа разница. То есть вы приняли коллаген, прошло 2-3 часа, и вы можете выпить. Или там, допустим, это перед... вы пьете на голодный желудок коллаген, позавтракали, прошло время, обед, пообедали, и вы потом можете выпить. Почему? Потому что есть несовместимость. Здесь получается у нас... У нас получается здесь, сейчас скажу, с коллагеном он несовместим. Чтобы у вас был результат, вы должны понимать, что здесь просто не описано, я немножко другой компании тоже пила, вы должны понимать, что совместно с коллагеном пить нельзя этот препарат. Ну, то есть я имею в виду в одну минуту, в одну секунду. Еще такой момент хочу предупредить, что обязательно, когда вы пьете этот препарат, вы должны пропивать достаточно воды, суточной нормы воды для организма. Это вот, ну, не менее
двух литров. Это не ну, как бы не меньше 2 литров, да, в сутки. Почему? Потому что, чтобы процесс был, было, чтобы процесс и препарат работал, а не пошел в обратный ход, соответственно, мы должны больше употреблять жидкости. Не просто там газировку, там чай или еще что, а именно негазированный, обычная питьевая вода. И чтобы у нас не наоборот, кожа наоборот увлажнялась, а не наоборот высыхала. Потому что есть обратный эффект у этого препарата. Гиалуроновая кислота, конечно, делается в косметологических кабинетах. Инъекционно тоже я это все сделала, поверьте. Во многих кремах вы можете встретить, но когда я начала принимать вовнутрь, я увидела больше эффекта и больше результата. В том числе то, что касается, если у вас есть хруст в суставах, в хрящах, тоже нехватка именно гиалуроновой кислоты. Рекомендую, присмотритесь к данному препарату. И напоследок хочу также вам рассказать, значит, доктор Best. Компания Dr. Best, 2 препарата, это Литуин и Q10. Q10 у нас принимается совместно с омегой. То есть, когда мы пьем омегу-3, желательно совместно в парочке, вот как у нас получается парочка, идет коллаген с гиалуроновой кислотой, это наша парочка, да, и просто они пьются в разное время суток. А вот эта парочка может питься в одно и то же время, не обязательно их разделять. Это парочка омега-3 и Q10, препарат Q10. А желательно его пить вместе с омегой. Он усиливает и поддерживает работу омеги-3. Это раз. Второй момент. Q10 в нашем организме не вырабатывается самостоятельно. То есть он не находится. Он вырабатывается вообще за счет витамина С. И когда его не хватает в нашем организме, Q10, а он хорошо у нас помогает работу сердца, сердечной мышцы, сердца, соответственно, ну, в том числе и, как бы, и мозгу тоже идет эффект. Когда его нехватка в организме, он начинает вырабатываться за счет витамина С, который у нас находится в организме. Поэтому немаловажно, опять же, нам курсами пропивать Q10 и также курсами пропивать нам витамин С, для того, чтобы вдруг, если какие-то идут нехватки, чтобы это все восполнять. Запаха такого не имеет, там маленькие-маленькие, достаточно такие горошинки, принимается это по одной таблетке в день, она просто малюсенькая горошинка и хорошо проглатывается, все замечательно. Рекомендуется, ну как взрослым, мужчины, женщины, мы с мужем пили нормально, нас все устраивает. Конечно, такого эффекта, что ты это чувствуешь, прям чувствуешь, конечно же, нету. То есть есть препараты, которые ты прям чувствуешь, ты пропиваешь, и ты чувствуешь, видишь результат, видимый, ощущаешь в организме, там, энергетически, еще как-то. Но этот препарат нет. Ты понимаешь, что это где-то там, потом, значит, сердечко будет сильным и хорошо будет биться. И, допустим, как омега-3, то есть на омегу он будет хорошо укреплять рыбий жир у нас в организме. Поэтому не забывайте про Q10, доктор Best, достаточно популярный на рынке, поэтому как бы очень зарекомендованный. И тоже от доктор Best это литуин. Литуин здесь на 60 капсулов. В одной капсуле 20 миллиграмм литуина. Но это не малая доза литуина, это такая средняя доза. Литуин нужен, для чего он нам нужен? Для наших глазок. Это я заказывала своему сыну, он подросток. У него, когда начался подростковый период, организм начал развиваться, расти,
так стремительно, и так как мышцы недостаточно крепкие, как нам объяснил врач, и поэтому, соответственно, не успевает за этой перестройкой. И вот дополнительно, помимо там комплексов, минеральных, витаминных комплексов, да, не во всех комплексах есть литуин, а если есть, то в малых количествах. Я дополнительно заказывала доктор Бест литуин. Ну, сказать, что он прям производит фурор и производит какой-то там сразу результат, конечно, тоже я этого не могу, но, по крайней мере, хуже не становится, больше, сильнее зрение не падает, она находится на таком, на малой стадии падения, которая может возвратиться и восстановиться, и мы склоняемся к тому, потому что мы тщательно находимся под наблюдением врача и склоняемся к тому, что это связано с подростковым периодом. Но дополнительно пропивать, допустим, какие-то компоненты, связанные с нашими глазами, то есть и витаминные комплексы, и то же самое лецитин, и вот литуин, то есть почему бы и нет. И колострум. Об этом препарате я тоже рассказывала при вскрытии упаковочки посылочки сайта iHerb. И колострум – это для нашей иммунной системы в период заболевания, либо в период допрофилактики мы можем курсом пропить, либо когда мы уже там начинаем заболевать, либо уже заболели. То есть это помогает нашей иммунной системе усилиться, укрепиться, бороться и так далее. То есть это тоже неотъемлемая часть. Как бы у меня новая баночка пришла, вот это пустая баночка. Это все баночки, все БАДы, которые я хотела вам рассказать. Что у меня здесь осталось? У меня осталась здесь вот такая вот повязка. Вот такая вот повязка, всем знаменитая марка. Да? То есть все ее знаете. Я ее заказывала в черном вот варианте на сайте iHerb, и с ней у меня произошел вот за столько лет единственный казус. Она мне пришла разорванная. Ну, здесь немножко как бы спрятала. Она пришла разорванная по шву. То есть она пришла некачественная, не в качественном, так сказать, формате, не в качественном варианте. Вот. Но надо отдать должное сайту iHerb, когда я написала данную, ну, как бы объявила, ну, не то, что претензию, знаете, просто сказала, что вот такой-такой товар пришел, сфотографировала, отправила фотографию, и быстренько откликнулись, быстренько решили этот вопрос, вернули возврат, сделали денежек за эту повязку, как бы никаких проблем с этим не было, вот, поэтому, как бы, такое тоже иногда бывает. Это все, что я вам хотела рассказать в данном видео. Оно достаточно такое большое получилось, потому что докопилось очень много пустых БАДов. Наконец-то их могу сейчас выкинуть. Вот. И кому понравилось это видео, пожалуйста, ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на этот канал. И если есть какие-то, может быть, рекомендации, или какие-то вопросы, или какие-то вы пожелания, пожалуйста, можете под этим видео в комментариях оставлять, писать все, что вы хотите. В следующих видео, там мне идет сейчас посылочка, я думаю, скоро мы с вами будем общаться, разговаривать по поводу косметологических продуктов, то есть это связано с уходом. И вообще очень тем много, у меня это все просто в голове не укладывается, мне хочется про все вам рассказать и с вами поделиться, сказать свои отзывы, свои пожелания, свои советы. Поэтому я очень рада, что вы заглядываете на мой канал, смотрите, рада, что мы имеем с вами такое общение, что у меня есть этот канал, и я могу все, что я имею в своем сердце, в своей голове, свой опыт, все вам рассказать. Поэтому всего вам хорошего, давайте будем вместе омолодеть, вместе будем хорошеть, и хороших вам
осенних улыбок, хорошего настроения, вечера. Всем спасибо. Пока-пока.